Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Сегодня Роза Сибитова является успешной телеведущей и гордо носит звание главной свахи страны. Однако успех и финансовое благополучие пришли к Розе Сибитовой не сразу. Ей, как и многим другим россиянам, пришлось хлебнуть немало горя. Особенно тяжело женщине пришлось в 90-е годы, когда заработать на сытую жизнь было не так-то просто. В одном из недавних интервью главная российская сваха призналась, что в те времена она сменила много профессий. Ради денег женщина готова была идти на многое. Мыла полы, работала бибиситером, держала ювелирный магазин. Сегодня даже представить в этих профессиях Розу Сибитову довольно трудно. Чем-то только не зарабатывала, призналась знаменитость. В то время, когда Сибитова владела ювелирным магазином, ей и вовсе пришлось пойти на крайние меры. Женщина была вынуждена переписать на братву свой магазин и много чего еще отдать, чтобы выжить. Сибитова как-то призналась, что все в ее жизни тогда рухнуло в один момент. Бандиты отобрали бизнес, от инфаркта умер муж, испарились прежде многочисленные друзья. К счастью, женщине удалось пережить все невзгоды и со временем стать по-настоящему успешной. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.